Упражнение для начинающих в домашних условиях. Первая часть – разминка. Первое упражнение. Исходное положение. Расставляем ноги на ширине плеч. Руки расположены на поясе. На счет раз голова опускается вниз. На счет два голова принимает исходное положение. Раз, два. Раз, два. Упражнение повторяется 8 раз. Второе упражнение. Исходное положение прежнее. На счет раз наклоняем голову в правую сторону. На счет два голова возвращается в исходное положение. На счет три наклоняем голову в левую сторону. На счет четыре голова возвращается в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Упражнение повторяется 8 раз в каждую сторону. Третье упражнение. Исходное положение прежнее. Вращаем руками вперед и назад. Повторяем упражнение по 8 раз в каждую сторону. Четвертое упражнение. Растягивание грудных мышц. Исходное положение прежнее. На счет раз. Руки тянутся в стороны. Пружинимся. На счет два принимаем исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем упражнение 8 раз. Пятое упражнение. Исходное положение прежнее. Руки на поясе. Вращение корпуса в одну и в другую сторону. Выполняем упражнение по 8 раз в каждую сторону. Шестое упражнение. Исходное положение прежнее. Руки закрываем в замок. На счет раз руками тянемся вверх. Делая глубокий вдох. На счет два наклон вперед. Поочередное касание правой и левой ноги. Делая глубокий выдох. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем упражнение 8 раз. Седьмое упражнение. Исходное положение. Приседаем и ладонями касаемся пола. На счет раз разгибаем ноги в коленях, при этом руки не отрываются от пола. На счет два принимаем исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем упражнение 8 раз. Вторая часть – силовые упражнения. Восьмое упражнение. Исходное положение расставляем ноги на ширине плеч. На счет раз садимся вниз. Руки тянутся вперед. При этом пятки не отрываются от пола. На счет два принимаем исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Выполняем данное упражнение 8 раз. Девятое упражнение. Выпады назад. Исходное положение прежнее. На счет раз выпад назад на правую ногу. При этом сгибаются обе ноги в коленях. Корпус держим ровно. На счет два выпрямляемся. Раз. Два. Три. Четыре. Выполняем по 8 выпадов на каждую ногу. Девятое упражнение. Отведение ног в стороны. Исходное положение прежнее. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счет раз мах правой ногой. На счет два исходное положение. На счет три мах левой ногой. На счет четыре исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре.
Выполняем по 8 раз на каждую ногу. 11 упражнение. Отжимания. Женщины выполняют это упражнение с колен, а мужчины со стоп. Исходное положение поза планки. Руки выпрямлены. На счет раз опускаемся на пол. На счет два принимаем исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Отжимаемся 8 раз. 12 упражнение. Баланс. Исходное положение упор на вытянутые руки и колени. На счет раз одновременно поднимаем правую руку и левую ногу. Держим 3 секунды. На счет 2 возвращаемся в исходное положение. На счет 3 поднимаем левую руку и правую ногу. Держим 3 секунды. На счет 4 возвращаемся в исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Повторяем упражнение по 5 раз на каждую сторону. 13 упражнение. Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Руки на затылке. Корпус прижат к полу. На счет раз голова и плечи тянутся вверх. При этом поясница не отрывается от пола. На счет 2 возвращаемся в исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Выполняем данное упражнение 8 раз. 14 упражнение. Велосипед. Исходное положение лежа на спине. Руки кладем под таз. Ноги поднимаем вверх. Изгибаем в коленях. На счет раз правая нога опускается вниз. Носок тянем на себя. На счет два левая нога опускается вниз. Носок тянет на себя. А право принимает исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Выполняйте по 8 раз на каждую ногу. 15 упражнение. Пресс. Исходное положение лежа на спине. Ноги подняты вверх и согнуты в коленях. Руки на затылке. На счет раз. Локтями тянемся к коленям. На счет два разгибаемся. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем 8 раз. Третья часть. Расслабление. 16 упражнение. Исходное положение. Ложимся лицом вниз. Руки на уровне груди. Лоб касается пола. На счет раз медленно поднимаемся. Сначала с помощью мышц спины, потом, помогая руками, выпрямляем их до конца. На счет два медленно принимаем исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем 5 раз. 17 упражнение. Заключительное. Исходное положение прежнее. Руки вытянуты вперед. На счет раз вытягиваемся руками, макушкой и позвоночником вперед, а ногами назад. На счет два расслабляемся. Раз. Два. Раз. Два. Повторяем 5 раз. Упражнения дома для начинающих выполняются ежедневно по 15 минут.